Друзья мои, я вас приветствую в этом видеоролике, в котором мы будем с вами делать сброс до заводских настроек на нашем телефоне. Соответственно, буду показывать на примере телефона iPhone 2020 SE. Вы сможете вполне повторить на любом iPhone, начиная с iPhone 4, 4S, заканчивая iPhone 11 Pro и так далее. Думаю, на любой версии iOS. В принципе, плюс-минус будет похоже, покажу способ универсальный. Итак, смотрите, у нас есть несколько возможностей. Это сбросить все настройки. Видите, да, вот первый пункт. Я вам сейчас расскажу, что за что отвечает, а вы сами поймете, выберете, на будущее будете знать. Стереть контент и настройки, второй вариант. Третий, сбросить настройки сети. Сбросить словарь клавиатуры. Сбросить настройки домой. И сбросить геонастройки. То есть, Apple дает возможность не только стереть до заводских настроек, чтобы там продать, да, подарить кому-то и так далее, но и также произвести вот такие вот манипуляции. Как нам, значит, сюда вообще попасть, да, и где это находится? Я скажу, чтобы не искать, допустим, не лазить по пунктам, можно воспользоваться лупой, да, вот поиском. Так что мы с вами отправляемся, значит, сюда и пишем такую фразу, как сброс. Сброс основные... Сброс, стереть контент. И вот, собственно, все появилось. Да, смотрите, теперь очень важный момент у нас появляется такой. Этот способ подходит, если вы помните пароль от своего айфона, от своего, значит, аккаунта Apple, да, iCloud, соответственно, и так далее. То есть, если вы что-то забыли, то этот способ не подойдет. Есть вариант, как обойти это все. Я могу снять отдельное видео. Если хотите увидеть его, ставьте свой лайк. Пишите в комментариях об этом, и я, соответственно, сниму. Также напишите модель своего айфона. Что мы делаем дальше, чтобы сбросить до заводских настроек? А это нажимаем «Стереть контент и настройки». То есть стереть все получается. Вводим свой пароль. Нас предупреждают. При этом будут удалены все медиафайлы и данные, а все настройки будут сброшены. Если вы согласны с этим, что все файлы удалятся, да, советую вам сделать резервное копирование и нажимаем «Стереть iPhone». Еще раз, вы действительно хотите продолжить? Данное действие необратимо. Все будет удалено. Я нажимаю «Стереть iPhone». И прямо сейчас будет происходить полное удаление, и у нас появится главный экран, собственно, как у нас было, когда мы его только активировали, да, купили и настраивали. Это займет некоторое время, и на самом деле зависит все от того, насколько много у вас в айфоне вашем файлов. Я не буду проматывать, я не буду заканчивать на этом видео, я вам все сейчас покажу, как это будет происходить по итогу. Значит, что у нас происходит сейчас? Сейчас телефон загружается, появилось яблочко, как видели, происходило удаление, да? То есть все идет как надо. В итоге вы просто настроите его заново. Сможете продать, сможет даже не настроить, а, допустим, ну, продадите его, да, или подарите кому-то. Кстати, напишите в комментариях, для чего вы хотите сбросить свой iPhone до заводских настроек. Реально, вот мне будет интересно почитать, я почитаю ваш комментарий. Я специально не буду перематывать, чтобы, ну, все было наглядно, понятно и видно, да, что это действительно все работает, все происходит и, соответственно, все получается, как говорится. Вот сейчас вспомнил, хотел показать такую фишку классную, называется «Вспышка на звонок на айфоне». Вот, но уже поздно, сделал сброс, да. Если хотите увидеть, как это сделать, «Вспышка на звонок». А знаете что, даже я вам сейчас скажу. Зайдите вот в настройки и в поиск, я вам показывал, лупа, да? И напишите «всп». Появится вспышка предупреждений и так, и что-то типа того. Зайдите туда, спуститесь в самый низ, и там будет вспышка предупреждений. И активируйте два пункта. И когда вам будут звонить, у вас будет, соответственно, мигать вспышка. Когда будут какие-то уведомления приходить, вспышка будет. Если в бесшумном режиме, тоже будет вспышка. Ну, в общем, дисплеем вниз, если телефон будет, будет вспышка тоже мигать. Ну, полезная функция, не пропустите какой-то важный звонок, да? В принципе, понятно, когда люди ставят на бесшумные, чтобы не мешало им, да, не заняты. А вспышка не мешает никак, в принципе. Ну что, как я и обещал, собственно говоря, вот.
Мы проходим первоначальную настройку. Ну, как все и предполагалось, да? Я надеюсь, что у вас все получилось. В принципе, по-другому, я думаю, никак. Напишите в комментариях, все ли у вас получилось. Мне это реально важно знать. Настроить вручную. Ну, давайте я уже произведу активацию, чтобы вы... Сейчас я хочу ввести Wi-Fi свой. Чтобы вы понимали, что то есть все работает, да? Нажимаю подключиться. Все. Далее. Активация iPhone может занять несколько минут. То есть вот это вот событие может длиться какое-то время, да? Ну, все как вот в первый раз. Как первый раз в первый класс. Вот то же самое все. Да, на самом деле тяжело без монтажа снимать, но это видео того на самом деле требует. Так, данные и конфиденциальность. Значит, дальше. Настроить Touch ID позже. Не использовать. Значит, ну, пускай будут все нули, допустим. Использовать. Подтвердить 0000000. Бывают, кстати, такие ситуации, когда вы ввели пароль и не можете потом войти, да? Типа, забыли пароль, на самом деле вы знаете, что не забыли. У меня вот есть видео на канале по такому вопросу. Я могу новое снять в этом году. То есть, свежее, да? Ну, пишите, если надо. Я выбираю не переносить. Забыл. Настроить позже в настройках. Не использовать. И что же у нас сейчас будет происходить? Принять. Продолжить. Не сейчас. Ну, я не знаю. Вот так вот. Настроить позже. Продолжить. Делиться. Не делиться. Продолжить. О боже, как много всего, да? Так. Фух. Ну что ж, мы это сделали, ребята. Все закончилось, так сказать. Весьма великолепно, все у нас получилось. Друзья, ставьте свой лайк, если у вас тоже все получилось. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, получать уведомления от YouTube и так далее. Ну, а мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время скоро, безусловно, сейчас вот скачивание происходит, кстати, кто не помнит, это абсолютно нормальное явление, будет скачивание. Мы с вами прощаемся, скоро увидимся, друзья, безусловно. Всем удачи и до свидания. Пока, ребят.